На улице Куликова в областном центре расположены 3 школы и 2 детских сада, поэтому объект первый в плане по освещению на этот год. Линия здесь была, но не в надлежащем состоянии. Как построили ее в 60-х годах прошлого века, так и не ремонтировали. Подрядчик приступил 2 недели назад. На выделенные деньги больше 1 000 000, 600 метров восстановят, еще 300 сделают. Здесь освещение было, была выполнена линия на опорах уже, которые, в принципе, были на нормативном состоянии выкрашены. Вот там можно их, в принципе, увидеть, круглые. Соответственно, и заменили на современные железобетонные опоры. Вешаем вместо неизолированного провода, который здесь был, изолированный провод СИП, который обладает более высокой надежностью, так как не подвержен схлёстыванию, и, соответственно, и безопасность у него более высокая. Подрядчик дает гарантию 2 года. Всего линия прослужит больше 25 лет. На этот год у мэрии большие планы по освещению улиц города. В перечне 14 объектов. На них из бюджета потратят 14 600 000 рублей. Устанавливаем новые опоры, новые светодиодные светильники. Где-то, где недостаточно освещения, делаем, докомплектовываем. В основном, конечно, у нас объекты общеобразовательные и, конечно же, обращаем внимание на заявки жителей. Оставить заявки жители могут в управлении благоустройства администрации города. Их обязательно рассмотрят и примут на вид, но уже при формировании перечня работ на следующие годы. В 2019 в планах осветить 4-ю Сосневскую, Харинку, Собинова, 2-ю Запрудную, 2-ю Лежневскую, Красную и Рабочие улицы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.